Сегодня я бы хотела вам рассказать о том, что такое коронавирус 19, COVID-19. Этот вирус, он входит в семейство коронавирусной инфекции, и люди ранее с ним не сталкивались. И как другие коронавирусы, он передается людям от животных. Всемирная организация здравоохранения объявила ситуацию с COVID-19 пандемией. Какие же признаки и симптомы этого заболевания? По данным ВОЗ, наиболее распространенными симптомами является повышение температуры, усталость и сухой кашель. Некоторые пациенты могут также иметь насморк, боль в горле, заложенность носа, недомогание, болезненность или диарею. Некоторые люди сообщают о потере чувства вкуса или запаха. Около 80% людей, которые инфицированы COVID-19, их заболевание протекает легко, как обычная простуда, и они выздоравливают без какого-либо специального лечения. По словам ВОЗ, каждый шестой человек заболевает серьезно. Это пожилые люди, люди с сопутствующими заболеваниями, такими как повышенное артериальное давление, проблемы с сердцем, сахарный диабет или хронические респираторные заболевания. Такие пациенты подвергаются более тяжелому риску развития серьезного течения и осложнения COVID-19. Спасибо за внимание.